Всех рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Про Движение. В этом ролике покажу вам, как отключить одну очень секретную, но очень интересную функцию, о которой вы, возможно, не знали, друзья, но она очень сильно разряжает наш с вами Android-телефон. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте смотреть, что это за функция и как она разряжает наш телефон. Поехали! Как вы знаете, дорогие друзья, почему у нас разряжается телефон, способов, как это можно решить, очень много, решений и так далее. Но один способ, который я нашел, вы, возможно, о нем не знали, но я уверен, наверное, процентов на 80-90, что вы о нем не знали. Возможно, кто-то знал, но многие, наверное, не знают. Сейчас покажу, что это за способ, как его спрятали разработчики. Ну, как бы, так сказать, не спрятали, да, но просто как бы мы о нем никогда не знали, даже не могли догадываться, что это такое. И у нас, ну, а этим способом мы очень сильно разряжаем наш телефон. Что для этого нужно сделать, друзья? Мы переходим с вами в Chrome, дальше просто там Chrome, Opera, без разницы куда, и здесь в поиске пишем My Activity. Заходим сюда и просто пишем My Activity. Здесь первая у нас строка получается Welcome to My Activity, нажимаем сюда. Дальше, друзья, у нас открывается Мои действия в Google, мы нажимаем с вами на вот эти вот три полосочки, отслеживание действий. И здесь у нас открываются вот такие вот функции отслеживания действий. Первое, пролистываем вниз, на стере написано «История приложений и веб-поиска». Функция сохраняет сведения и действия на сайтах приложения Google, в том числе связанную информацию. Это позволяет вам быстрее находить нужный контент и так далее. Она у нас включена, друзья, но эта история приложений и веб-браузеров, она вообще не нужна. Я уверен, 100% она не нужна. Здесь очень много таких настроек, которые мы сейчас будем с вами отключать. Но эти настройки очень сильно расходуют наш заряд батареи. Они жрают, реально очень жрают прям. Здесь, потому что, представьте, здесь вот Google карты, идет поиск. То есть, вы представьте, какой большой как бы нагрузку на вот это вот отслеживание действий. Мы поэтому с вами берем и просто отключаем. Мы пролистываем вниз, нажимаем «Приостановить». Сейчас вот так вот более подробно вам расскажу. Все, настройка отключена. В любое время вы ее можете включить. Пролистываем вниз, написано «История местоположения». Функция сохраняет данные о том, где вы побывали с устройством, даже в те моменты, когда вы не используете наши сервисы. Это позволяет нам получать рекомендации с учетом посещения места, использования других возможностей. То есть это вот такие вот настроечки хитрые, да, вот «История местоположения». То есть разработчики, они могут видеть наши данные, могут видеть, где мы были с устройством, и даже в те моменты, когда мы не используем наши сервисы. То есть, а если мы пришли в какое-то кафе, положили там телефон, да, они нас прослушивают очень легко, видят наше местоположение. После этого, ну, такие случаи бывают, мы заходим в Instagram или же в Google или еще куда-то и видим рекламу какого-то ресторана, да. Заходим, например, куда-то покупать какой-то телефон, какой-то хотим, там, не знаю, к Xiaomi купить, да, телефон прослушивает, все слышно, история местоположения видно, после этого мы не купили телефон, вышли с магазина, приходим домой, заходим в Instagram, появляется у нас реклама телефонов, да, почему? А вот вам ответ почему. Нужно просто брать историю местоположения, зачем это нужно, мы берем и отключаем, то есть, если хотите, отключайте, если не хотите, не отключайте, то есть, на ваше усмотрение, но я бы рекомендовал отключать. Также история YouTube, ну, как бы, если вы смотрите YouTube, то понятно, как бы, ну, можно отключить, потому что тоже разряжает батарейку. Но если как бы вы реально смотрите YouTube, как я, то можете не отключать. А можете просто нажать автоматическое удаление вот сюда вот. И здесь вот там в течение не 36, а вот там каждые 3 месяца нажимаете далее. И каждые 3 месяца у вас будет чиститься ваша история, ну, браузера, то есть история просмотра в YouTube. Ну, как бы тоже у вас будет меньше садиться батарейка. Здесь уже отключать ничего не нужно. То есть вот такие вот простые, легкие настроечки, которые, ну, реально надо отключать. Ну, история приложения веб-поиска, зачем она нужна, да, ну, как бы, ну, смысл. Также история местоположения, здесь, ну, как бы, черным по белому написано, да. То есть они за нами следят, видят. А вы представьте, сколько батарейки у нас кушает из-за вот этих вот всех непонятных настроек. Поэтому берем, друзья, их и все отключаем. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал под названием Продвижение. На моем канале очень много крутого контента, друзья, и очень много полезных роликов. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки. Всем спасибо, до новых встреч.